Количество госпитализированных после пищевого отравления в детсаду Нетешино Хмельницкой области выросло до 36 человек. Всего в стационаре с отравлением 29 детей и 7 взрослых. У всех высокая температура, тошнота, рвота, общее недомогание и боли в животе. По факту массового отравления полиция открыла уголовное производство. Напомню, первые пострадавшие с симптомами отравления поступили в больницу Нетешино вечером 3 октября.